Особо не разбирался так. Инструкцию почитал, вроде все понятно. Вот, сейчас начинаю баловаться с ним. Короче, добавляю. Проверка кабеля. Этот канал добавляю. Тоже проверка кабеля. Но зато, когда я включаю вакуум, накачивает. И теперь добавляем с вакуумом. Все good. Все работает. Вот, так что все починилось. Вот, вопросов нет. Ну вот я его шатаю. Тут у меня все подключено. Тоже нормально. Ну такая вот неисправность была. Банальная.